Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью с военным экспертом Игорем Коротченко заявил, что подал заявки в Российскую Федерацию на приобретение новых образцов оружия и военной техники. На вооружении армии Азербайджана состоит множество советских и российских образцов вооружения. Баку регулярно закупает российскую технику, включая различные новинки военно-промышленного комплекса. Помимо России, Азербайджан активно сотрудничает с Турцией, Израилем и Украиной, закупая различные виды вооружений и даже ведя совместные разработки. Детали предстоящей сделки по закупке российского вооружения остались неизвестными. Также и на такой немаловажный фактор, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами будет продолжено. Мы знаем, что вот эти цифры, более 5 миллиардов долларов современного российского оружия, которое приобреталось, тоже были положены в основу вот фундамента военного потенциала. Рассчитываем, что и это направление будет продолжено. Спасибо вам большое. Спасибо за добрые слова. Также хотел бы разделить также еще раз мнение о таком дружественном характере наших отношений. И по всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки. Сейчас уже технические группы изучают новые возможности. Мы некоторые заявки уже подали. Так что сотрудничество в этом направлении тоже будет развиваться. И еще раз хочу сказать, что мы уверены в том, что в будущем сотрудничество между нашими странами будет идти по нарастающей. Спасибо.